Привіт, чоловік! Слыхали новость? Я зараз у Мінську і вже хутко, скоро виїжджаю до Росії. По путівці, ага, у Петербург і Республіку Карелія. Тому буду знімати до вас контент, ну, як там люди живуть, що сам бачу, красоти всякі. Поддержите белорусского хлопца лайком, подобайкой и присядем на дорожку. Ну, у нас так положено по традиции. Ту-ту-ту, пу-пу-пу. Да, что не войдет в основные ролики, короткие там видосики, фотографии буду публиковать в своем телеграм-канале, в группе ВКонтакте, в Дзен, ссылки внизу под роликом. Обязательно подписывайтесь. Як там у бриллиантовой руке было? Мы провожаем папу! До России еду. Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. Россия. Ну, в добрый путь, мои вы дороженькие. Думаю, будет очень интересно. Понеслася. Як курка яйки несе, так и Антошечка понесся. Жесточайше. Со всей силы. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Опа! Телепортейшн. Национальная библиотека Республики Беларусь. Красота, да? Как-нибудь заберемся туда наверх, там. Красиво. Сверху видать, потеплеет. Снежок, видите, пошел. У нас сегодня минус 10, минус 12 примерно в Минске. А у Питере там что-то минус 20 с чем-то. Ну, в общем, полянем. А с этой парковки вот отправляются автобусы туристические. В том числе и на Питер. Поэтому нам туды. А в путь дорожка дорогая. О, видней. Видней. Родная Беларусь. Такая лепота. И елочка вон. Поляньте, что робится. Все светится. Все блестит. Приятно посмотреть. Минск, приезжайте к нам в гости, у нас хорошо. Пошел автобус шукать. Надеюсь, там гэты тубзалет есть. Ну, удобство. Поглянем зараз. Мой приехал. Тут автобусов мой. Сколько? Огромный паркинг. А это наш. Опа! У меня где-то здесь место. Фу. Короче, чтобы забронить место, 10 рублей стоит. 10 белорусских рублей, это где-то 300 российских рублей стоит забронировать место. Я вот такое выбрал из свободных. Здесь. На втором ряду. Должно быть, видать, нормально. Поглянем. Но тубзика нету, походу. Мы с вами по пути обязательно будем делать то, что у нас называется санитарные остановки. Мы с вами по пути еще несколько туристов заберем, поэтому так не поглядывайте пока на свободные места, их станет меньше. Ну и самое главное, пока мы с вами выезжаем из Минска, огромная просьба. Проверьте, чтобы у всех с собой были паспорта. Не фото паспорта в телефоне, не ксерокопия Маргариты, честное слово, меня раньше так пропускали. Вот USB где, вот сидушка, заряд. Нашел, нашел. А, Wi-Fi, кстати, нет. Зарядки только есть. Без предсказаний.
Только давайте договоримся, каждый берет одно, потому что там строго под количество туристов все рассчитано. Вы, пожалуйста, сколько хотите, там выбирайте одно. Подарок. Да, это такой небольшой сюрприз, небольшой пицце. Одно только. Да, я понял. Угу. Есть. Оп. Печенье с предсказанием. Так, где? А само предсказание где, внутри? Написанного, читаю. В этом году ты встретишь великого зверя из далекой страны и подружишься с ним. Здесь написано реально. Я не сам придумал. Великого зверя, да. Ну, хотелось бы девушку лучше красивую. Но зверь может в каком-то, да, в понимании. Зверь, надо его будет оседлать. Усмирить этого зверя надо будет. Ходить. Это программа тура. Сегодня, как вы понимаете, у нас впереди ночной переезд, во время которого остановочки будут. У нас впереди прохождение границы, поэтому я спросила про паспорта. Там, скорее всего, придется автобус покинуть и прям паспорта эти показывать. Но по границе я еще подробнее расскажу, когда уже будем ближе к границе подъезжать. Прибудем мы с вами в Петербург, я осторожно скажу, в утреннее время. Во-первых, группа большая, остановки займут какое-то время. Плюс, вы понимаете, зимняя дорога. Поэтому утреннее время, пока вот так осторожно я вам скажу, все финансовые вопросы, то есть то, что за тур, то, что вы захотите на какие дополнительные экскурсии, возможно, записаться, это тоже будем с вами решать уже утром. Или на подъезде к Петербургу, или на последней остановочке, посмотрим по времени, по графику, как будем с вами идти, поэтому пока деньги держим при себе. Опа! Город Лепель. Где-то 17 тысяч населения. 2 часа 20 минут мы уже в пути. Ну, остановились коня привязать. Сами понимаете. Дороги, кстати, более-менее чищенные. Ну, вы видели. Вот, посмотрим, как в России будет. Ну, опять же, почему бы не сравнить, правильно? Поэтому все добро, едем потроху, помаленьку до Россиюшки. Следующая остановка, видно, в Полоцке будет. До Полоцка здесь где-то 70 километров еще ехать. Так что вперед. Красиво, кстати, здесь аккуратненько так. А вот там коня привязывают. М и Жо. За такое надо наказывать. Кино показывают. Двойной? Серебряное коньки. Даже в этих странных коньках. А что это за коньки? Эти по работе. А с твоими что не так? Еще пассажиры присоединяются до нас. Дороги, если честно, так себе. Прям сейчас метет. Но и такое. Ну, в целом, потиху, помалу. Видно, что чистят. Но... Вот! В их нежелании отказаться от своих привилегий кроется невозможность изменения. Поэтому и медленно. Тише едешь, дальше будешь. Да, он полоцкий. Что он еще скажет? А этот подмахиватель не совсем согласен. Полоцкий. Лишь бы к ней. С вами потихоньку приближаемся уже к границе, поэтому если кто-то успел задремать, просыпаемся, вспоминаем, где лежат ваши паспорта, они вам сейчас пригодятся. Когда мы приедем
к границе, а мы с вами проходим только контроль на российской стороне. На белорусской стороне вообще никого и ничего. И проходим только, собственно, вот паспортный контроль, поэтому нужно будет всем автобус покинуть. Там все максимально просто, я, если вас, что вас сориентирую. Будут такие, ну, скажем так, будочки с окошками. Вот туда с паспортом. При этом паспорт должен быть без обложки, без каких-либо вложений внутри. Не дай бог денежных, не надо, даже в шутку. И после того, как прошли контроль, проходим вперед. То есть автобус подъедет к шлагбауму, мы все из него выйдем, автобус проверят, и он тоже проедет вперед. Возвращаться не надо в автобус. Автобус вперед, вы вперед прошли, сели в автобус, и мы с вами поехали дальше. 12 ночи, 12.09, в 7 часов выехали из Минска. Подъезжаем к границе. Сейчас ехали по улице Дружбы. А интернет заканчивается. 12 минут я простоял. Ну там еще люди остались. В целом довольно быстро. Минус 14, правда. Но за минут 20 где-то должны пройти. Плюс мы еще пропустили людей там. Попросили пропустить Рождество. Там спасибо большое. Там благодарили. Ну, в общем, довольно быстро. Загружаемся далее. Достаточно быстрым, поверьте мне, по сравнению с летним сезоном, способом. Въезжаем на территорию 20, Российской Федерации. 20 минут. Пока отдыхаем. Когда будет остановочка, она будет где-то часика через два ориентировочно, да, по такой дороге, чуть может больше, я вас разбужу. Все, 20 минут нам понадобилось. Же остановки наш автобус будет заправляться, поэтому мы с вами сейчас выйдем. Сок я буду 110 рублей. Новый сок на заправке. Очередная остановка. Лося прикормить. Тут продается на Россиюшке. О, конте наша белорусская. Колготки 250 рублей. Боржоми. Морсики брусничные 69. Лейс, какие хочешь. С крамом. Раньше. 273 рубаса. Ну, колы нету тут, кстати. Дешевле ездит. Ну, в смысле, кола есть, но своя кола. Черноголовка. Очередь, конечно, в тубзик. Удавы этого завязать. Вот заправочка такая. Перекусить. В принципе, как и у нас, да.
Росинка. Уже 3 часа ночи. Получается, по России мы едем больше 2 часов. Первый час, ну прям такая трясучка была, ребристая дорога. Ну, а потом нормальная пошла, четенькая. Вот когда мы фуру обогнали, вот тогда уже. Ну а поначалу, да, не знаю почему, ну такая не очень была. Сейчас вот заехали на заправку. Сургут, нефть, газ. Заправились. И поедем мы дальше. Поспать не получается так что-то с закрытыми глазами. Ну говорю, троху так трясло, то это голова аж по шибе. Не получалось поспать. Может сейчас усну. Позырим. Да и вот заправки подснял, видите, все продается. Конте — это наша гродненская компания. Она по всей Беларуси, да по всему миру хвалят. Вот. Едем дальше, мои вы дороженьки. Ну, пока отдыхаем, нам, ну так, около 4 часов. 3,5-4, я бы так сказала, еще до Петербурга, где мы на въезде делаем последнюю остановочку и потом уже едем по программе. Минус 26. Приехали. 7:15 утра. В общем, 12 часов понадобилось, чтобы доехать из Минска вот сюда. Сейчас переодеться, немножко надеть гольфик, чтобы теплее было. Шапочку уже надел. Антошечка молодец. Из не очень новостей, в Карелию, походу, не поедем. Не собралось нужное количество людей, но им невыгодно. 15 человек тут готовы ехать, доплачивать, но этого мало для них. Поэтому погуляю по Питеру. Что, может, с кем, с вами увидимся, правильно? Найду чем заняться. В другой раз едем. Я не знал, не думал, что так, конечно, нужно будет определенное количество людей, но так здесь не открывается. Открылось. Минус 26, да, довольно морозно, но не чувствуется так, чтобы прям сильно. Ой. Тепла просто сразу. Тубчик. Столовая. О, так прикольно. Огнедышащий дракон. Сейчас приструнил одного дракона. Ну там Кинг-Конга. Ага. Сейчас идем кушать. Едем завтракать. А это была санитарная обстановка. Остановка. Прикольно, да. У нас в этом году таких морозов еще не было в Беларуси. Ну не сказать, чтоб холодно. Так. Бодрит с утреца особенно. Опа. Красиво, да? Вот что я себе набрал. Круассанчик. Гречка, понятно. Яичко. Тефтелька, салатик, кофе и чай. 674 рубля российских. Вот и считайте. Я проголодался, я хочу кушать. Приятного мне и вам аппетиту. Ням-ням-ням-ням-ням. В окнах справа мы видим раскинувшуюся триумфальную главную площадь нашего города Дворцового. На Дворцовой площади мы видим главную елочку нашего города. И вот уже несколько лет подряд живую елку ставят на Дворцовой площади. И заметьте, она не одна, вокруг нее целый еловый лес.
это очень похоже на традицию в царской России, традицию, которую возродила и приумножила супруга Николая маршрутом в сторону Зимнего дворца. Этот маршрут захватывал парадную часть Невского проспекта. Приезжают и приезжают новые и новые туристы. Поглядеть на красоту петербургскую. Писал у себя в телеграме, что приеду сюда. Здесь все танцуют, помните? Смотрите, как красиво. Я говорил, хочу сюда в Питер танцевать вместе. Ну вот же, мечты сбываются, цели достигаются. Гляньте, какая красота. Взгляни, какая красота. Невозможно наглядеться. Здесь вечерком. А где же вы, девчонки, 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 короткие девчонки? Я видел, то есть Петербург, у вас тут тусовочки. О, можно прокатиться. Ну я тоже хочу. Еще раз. Антоша 35 годиков. А, несмотря на мороз, но настроение бодрое. Несмотря на 12-часовой переезд. Классно. Поляньте. Как все. Празднично. Туристы. Разогнался. Там тоже всегда найдет радость во всем. И здесь. Но не, это не настоящий. Не, не настоящий. Искусственная. Но искусственная елочка. Ну красиво сделано, правда? Выяснили. Ну вот так вот, видите? Передаю вам атмосферу, почувствуйте. Говорю, музыка здесь еще. Ах, мороз, мороз, не морозь меня. А еще лучше, звенит январьская вьюга. Готовы? На старт, внимание, марш! А вон еще туристы приезжают, автобус за автобусом. Надо двигаться, двигаться, чтобы не мерзнуть. Уханье! Лепота то какая, красота. Посмотрите, ну, действительно, это масштабно. Как красиво, да? Рассвет, хотя уже 11 утра. Но мороз и вот снег, да, такой туман как будто, он придает наоборот величие какое-то и красоту дополнительную придает. Поэтому можно и померзнуть самолегко. Да, спустимся вниз. Вот, вниз спуск в Неве. Все фоткаются, а мне главное видосики снять. Все равно фотографии так не передает. Видео все-таки получше, как по мне, правда? Ну и вам же будет на что посмотреть. Я-то фоток мало роблю.
как-то надо позировать, там на солнышке держать. Солнышко. Попал? Попал? Солнышко видно? С первого раза. О, мастер, ибо блогер. Круто, да? Скажите, кто не был? Я второй раз здесь уже, лет 10 назад где-то был. Говорю, был весной. То, ну, не так все-таки. Весной было как-то мрачно все, так дождливо. Ну, морозик сейчас, конечно, красивее, вот честно. Как на духу говорю, сейчас красивее, чем весной. Летом, наверное, по-другому, да? Летом я не был. Да, вот. Ночи эти, да? Как днем. На лед сказали не спускаться. Нельзя проверять. Да, огромная, конечно. Широченная. Шире, чем Неман наш Гродненский, да? Больше, чем Неман, да? Наш Неман тоже великий. Там тоже серьезные события происходили. У Гродно тоже приезжайте. Сейчас я куда-то один зайду. Там никого нема. Там все. А я тут только один. Самое красивое сейчас кубавшу. Троху этот раскочегарился там, потанцевал, покатался, было, ну, 12 часов на одном месте сидеть, считай. Тяжковато. Так, раз, зарядку сделал. А на острове я был, там, на Заячьем острове. Еще у нас будут разные там командировки. Экскурсии будут. Поэтому я так кусочками повставляю. Что видно, что там интересно расскажут. Нам же постоянно в автобусе говорят там всякие факты, там достоверные источники. Ну, будет скучно, согласитесь, если я просто буду с телефона там 40 минут залью ролик. Правильно, что там на 3 часа. О, Динамо бежит, все бегут. А так вот, главное активность. Эмоцию передать. Моя задача, как блогера, передать эмоции, чтобы вы поглядели его своими очима, бачима. Красивыми своими глазками. И впечатлились. О, морозик, бере за щечки. 26 градусов с утра было. Ну, посмотрите еще раз. Ай-яй. Впечатляет действительно. И какой рассвет. Как под заказ, да? Привет, Питер! Я уеду. Петербург. А приеду в Ленинград. Первая в жизни пробежка в Питере. Ну, здравствуй, Питер. Ну, как дела? Белорус до тебя приехал. Встречай. Как это описать вообще словами? Ну, как раз рассвет. Ты нужен. Та-дань! Почувствуйте это. С погодой нам повезло, несмотря на минус 500. Зато солнечно. Ну вот он. Крейсер «Аврора», легендарный.
Как вам? Вживую, конечно, он более масштабен. На всяких картинках там, фотографиях много раз его видел, но так вблизи впервые. На те времена, конечно, он был просто прорывом. Вон пушек сколько. Великая Октябрьская революция началась с выстрела этих пушек, да? И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди. Ну, люблю я все советское, ну что сделаешь? Ну, это вот, ну, по мне, ну вот. А лишь красиво. Это же наша история. Нужно уметь ценить. Уметь увидеть эту красоту. И передать ее другим людям. Показать. Не забывайте поддержать лайкосиком. Классом, подобайкой, палец вверх. Палец вверх, тисканите. Поддержите белорусского хлопца. Я же стараюсь. Люди увидели то, что вижу я. Разместите этот ролик в своих соцсетях. Отправьте друзьям. Напишите комментарий, какое ваше впечатление. Мне будет приятно. Хорошо, несмотря на мороз, так довольно солнечно и приветливо Питер встретил Антошечку. О, красота! Реально впечатляет! Светлое будущее, товарищ, везем. Сопельки, если видно, простительно. Мороз минус 300 уже. Вот, на фоне меня Аврора, да, по размеру. Ай, хорошо. Надо будет еще треболетом приехать. Зимой особый шарм. Ну и требует сразу бегать, видите, согреваться. Раз-два, раз-два, закаляйся, раз-два. Динамо бежит, все бегут. Аврора стоит уже. Делегация из Беларуси идет. Ну, я вам скажу, уже даже меня пробирает морозик деревенского хлопца, который привык к морозам, в принципе. Но тут так продувает, что бере уже, бере. Находимся сейчас вот в этой точке. И вы видите, что здесь еще один мост, и дальше еще одни ворота, сквозь которые мы пройдем. Только потом окажемся уже на территории самой крепости, которая действительно представляет собой вытянутый шестиугольник, шесть углов, шесть бастионов. Петровские ворота. Ой, много всего интересного рассказывают, но нереально все записать. Это уже несколько часов было бы. Поэтому лучше сами приедьте, посмотрите. Я, по крайней мере, стараюсь вас заинтересовать это сделать. Приехать и посмотреть своими глазами, послушать. История, конечно,
вещь. Опа! Надо бахнуть у голову, согреться. Чайку с малиновым вареньем. Красиво. Вон пушки. В 12:00 будет выстрел. Путин, кстати, тоже стрелял вот отсюда. Говорят, приезжает, может пострелять и уехать себе. Ну, Гид что-то высказал. Да, есть же видос, кстати, как он стрелял. Вот, там одна основная и запасная. Где-то 5 минут осталось до выстрела. Постараюсь снять, если не смерзну, как цуцик. Уже народ собирается. 3 минуты осталось до выстрела. Хотел чайку зацепить, но не успею. Треба снять же. Музычка заиграла. Видите, сколько людей собралось? Не знаю, на сколько минут выйдет этот ролик. Наверное, намного. Может, до конца все и не досмотрят. Будет обидно, конечно, если до этого момента никто до конца не досмотрит. Хотя вы у меня лучшие, вы досмотрите. Вы лучшие подписчики, и это уже не исправить все. Или народу собралось. О, пошел. Мужик идет. Видите, сверху. Сейчас будет стрелять. Но это вроде не Путин. Сегодня без него. Не, ну в смысле он есть, но... Ну вы поняли. Не Путин стрелять будет. Ну а чё тут идёт? Ох, я не ожидал, что ударной волной так горит. Вы почувствовали это? О, смотри, как народ весишь. Оли мощно. Я реально не ожидал, ударная волна. Сильно, сильно. Это того стоило, чтобы подождать. Хоть один разик пульнул, но мощно. Не, ну круто, да, как вам? Понравилось? Напишите в комментариях. Класс, подобайку. С локотухи. Как пушка это стреляли, тисканите. Класс. А сейчас мне надо найти моего гида. Где наши? Чтобы Антошечка не потерялся сейчас. Зараз. С группы остались уже немногие. Кто в кафе, кто обратно в автобус пошел. Я только сейчас недавно в кафеху зашел. Чаю с малиновым вареньем не было. Взял с имбирем и лимоном согревающий. И там увидел, что у меня иней аж был. Ну, может, уже прошел. Да. У меня иней на ресницах был здесь. Ну, там в кафешке-то тепло. Там, наверное, оттаял. Ну, конечно, приключения у Антошечки. Ну, монетный двор. Гроши. Надо хиба об стену потереться тогда, чтобы Антоши гроши больше было. Да, кстати, спасибо, кто поддерживает мой канал, меня рублем, там, долларом, евро. Ну, внизу под видео есть donation alert, ссылка там на карту Сбербанка. Я ж благодаря ей вот кофе, чай взял. Ну, карта Сбербанка, меня, кстати, тут удивлялись.
уже в России, что о, вы в из Беларуси Сбербанком рассчитываете, все проходит, оплата. Да, поэтому кто поддерживает, всем спасибо. Все координаты под роликом. Ну, на мою карту. Кто рубль там 2-3 скинет, всем спасибо, буду благодарен. Я ж в том числе благодаря вам и приехал сюда. Благодаря подписчикам, кто гроши скинул. Вот. А я для вас, для подписчиков, для зрителей снимаю видосы. Вот и стараюсь передать атмосферу. О, кар. Атмосферу, эмоции, впечатления. Чтобы люди увидели и приехали вживую, посмотрели. Ну классно же. По-моему, у меня получается. Ну, посмотрите, там с Москвы там 1 600 000 просмотров, с ВДНХ там 700 чем-то тысяч просмотров. Вон на телефон сдымаю. Просто я искренне вот передаю как есть. Я же, конечно, я не Филипп Киркоров, не Юрий Дудь. У меня нема этих там продюсеров, там режиссеров, которые постановщики, знаете. Я вот взял телефон и сдымаю себе. Я блогер по натуре своей. Я люблю это дело. Я даже горжусь, что я блогер. И наконец-то нашел себя. В каких местах бываю прекрасных. Я здесь второй раз в жизни, говорю, лет 10 назад был здесь тоже. Тогда погода не очень была. Тяжело сказать, что сейчас прекрасная погода, но она прекрасная. Если сюда вот прийти только на полчасика, на часик, а до этого нигде не бывать, ни Аврору не смотреть, там, ни собор, да. А я уже ж поснимал, уже ручки там, но я грею об этот, об чаек. Но уже я не зря приехал, уже, а еще только первый день, еще два впереди. Не забывайте ставить лайки, репостить, разместить там свой чат, какой Viber, там, чи WhatsApp, может, Telegram. Пускай люди поглядят, как доехать. Я же всю дорогу снимал с Минска в Питер. Я думаю, мало кто такое делал, чтобы так подробно, вот, как дорога переносится, знаете, выбрать свой маршрут там, и так далее. Кто-то на ЖД, но на ЖД не увидишь, опять же, городков маленьких, правильно? Нас на заправке не остановишься, там с людьми не пообщаешься. На ЖД просто чух-чух-чух-чух, чух-чух-чух, и все, и на месте. А так вот поездил, посмотрел, дороги поглядел, Россиюшку, Беларусь свою. Поэтому в автобусе тоже есть свой особый шарм, товарищи. Динамо бежит, все бегут. Холодно, чтобы холодно. Так что, мои дороженькие, до встречи в следующем выпуске. Кто его знает, где мы окажемся. Но экскурсии еще предстоят. Ой, очень интересные. Подписывайтесь на канал. Лупаните. Лайк жесточайший, со всей, вот там человек ходит, со всей силы. И не забывайте пить чай с малиновым вареньем. Ура, ура, товарищи.